Приветствую, друзья! Сегодня 13 ноября 2022 года. Светлоград. Продажа голубей. Ярмарка сегодня юбилейная. Ровно один год. Будет проходить награждение лучших голубей. Сейчас начнем пройтись по рядам, затем поснимаем тех, кого выберут лучшими. Приятного просмотра! Так, начинаем с благодарницких. Какая цена? Тысячи рублей торг уместен. Вот, ребята, представлены такие голуби. Порода называется датский щегол. Какая цена у них? 1500 за пару. Декорация? Да. Совсем не летает? Не, их не выпускаю, вольер закрыт. Живут в вольере. Вот такие вот голуби, датский щегол. Я вот первый раз вообще таких вижу. Не встречал таких, да. Вы телефон для связи не желаете оставить? Может, кто-то заинтересуется? Да, ставим. Погромче продиктуйте на камеру. 963-385-99-19. Как зовут? Станислав. Станислав. Откуда вы? С Николиной балки. Петровский район, да? Да. Вот, ребята, кого вас заинтересовали такие голуби, обращайтесь. И снова благодарницкие. Цена от 1000 рублей. Такие вот желтые. Носочубы. Двухчубы. Еще даже не порвутся. Ну, в Светлограде в основном представлена птица благодарненская, так сказать, доминирует порода голубей. Белые с космой. Широкохвостые. По 250. Декоративные курочки. Сибрайт. Петушок 500 рублей. Курочки по 1000. 1500 за пару получается. Благодарненские. Чупатые, бесчубые. Двухчубые. Все по 500 рублей. Также красные благодарненские. Цена такая же, 500 рублей. Любой на выбор. И опять благодарненские. Вот иду по ряду. Подряд. Одна порода голубей. Данные голуби не продаются. А представлены для сегодняшней выставки.
для оценки. Якобины также не продаются для выставки, для показа. Такие вот мясные голуби. Хочешь, бери. Такая вот пара двух чубах благодарненских. 6000 за пару. Вот голуби. Да, зарь. Оптовый кам. Белые носочубы. Благодарненские. По 1000 рублей. Ты вынай читай. Это меня удивить. А мы будем, блядь. А мы будем читать, блядь. Красные симпатичные носочубы. Голуби не продаются. Привезены для выставки, для показа. Все лучшее не продается, правильно? Все лучшее для показа. Если купить, какая цена будет? Вот реально, да, если вот купить. 20 тысяч, да? Да, такие вот мостовские. Хозяина голубей нет. Поэтому цену спросить не у кого. Северокавказские, сизые, желтобокие, желтохвостые. Цена 1000 рублей. Лохматые. Ага, черные такие, мураголовые. Сейчас маты. Почем? 2500. За пару или голова? Голова. 2500 за одного. Перепелки по 130. Торговать, будешь яйца будут покупать. Яйца? Вот, несут яйца. Щенки немецкой овчарки по 6000. Возраст 1,5 месяца. Такие белые с косыничкой по 400 рублей. Статные голуби. Молодежь. Ростовский лебедь. Какая цена? 2-3. От 2 рублей, да? Да. Молодежь еще хвосты добавили. Еще тут постарше есть. Здесь представлены майкопские голуби. 700 рублей. Кого, ребята, заинтересовали голуби статные, ростовский лебедь, белые? Номер телефона 8 962 027 028 00. 48 20.
2-0. Владимир. Владимир. Узбекские голуби. Носочубые, да? И без чубы. И носочубая голубка, а двухчубый голубь. А двухчубый голубь. По 1000 рублей такие. Волнистые попугайщики. По 500 рублей. Желтые, красные, северокавказские, сизые. Какая цена? По рублю. По 1000 рублей. Азиатские голуби. Мы в них мало. Косаны. Они там породословные. Какая цена? 500. 500 рублей. Так, здесь краснодарские, красные, белохвостые, белобородые, по 300 рублей. Такла турецкая, такла, хозяина нету. Желтохвостые, бакинские. Краснохвостые. Тоже никого нет, хозяин отсутствует. Такой фазан золотой. Белые павлины. Какая цена? Почем павлин ваш? По 500 рублей. Северокавказские. Чернохвостые. Краснохвостые. 1500 за пару. Такла по 500 рублей. Такие вот чили по 200 рублей. С космой, да, он? Да, это как маленькая косма. В сапожках, да, как бы? Ну, да. С космичкой, да. Как летает, бьет? Без понятия, это чужой, я с тебя говорю, попросил человека, плитку поставил. Пара желтых, без чубок белоголовых, благодарненских. Пара чубатых красных. Какая цена? 1000 рублей. За пару или за одного? Для хороших людей за пару. 1000 рублей за пару. А телефон оставите? 918 750 18 43. Кого заинтересуют благодарненские, обращайтесь. Желтый, красный артамоны, желтохвостые бакинские, все по 500 рублей. Чупатые, голоногие, чернохвостые по 400 рублей. Широкохвостые
черные по 500 шакохвосты, красных узбеков купили, да? Не было обходы, знаешь? Дикие утки, селезни по 500 рублей. Это самки, уточки. Также 500 рублей. Похоже, похоже, маленькая. Полная клетка благодарненских. Чубатых, без чубах. Благодарно, да. Вот так вот. По 500 рублей. Обленял, попер, блядь, нахуй, блядь. Кроля давай. Белые благодарненские. Имеются двухчубы и также носочубы. Цена от 500 рублей. Сколько? Павлины синехвостые. Вот товарищ Ваня со Ставрополя просил вот показать. Значит, какая цена на них? 700 рублей. 700 рублей. Хозяин голубей с Невинномысска. Номер телефона продиктуете? 8-928-812-38-13. Володя. Вот такие, Ваня, павлины. Я знаю, что ты любитель синехвостых. Вот, можешь позвонить, пообщаться с человеком. Статные, черные. Павлины желтые. Здесь разные всякие, разные шейки и чили красные, чернохвостые. Сизые. Это голуби всего от одного человека. Номер телефона. Так, это у нас, как называется, забыл я. Доминиканские чайки. Доминиканская чайка. Доминиканская. Доминиканская. Какая цена? От 2 рублей. От 2000. Орловский турман. Орловский турман. Сколько стоит? От 2 рублей. Чайки сатинеты. Не проголодается полностью. Сатинеты. Тоже чайка это, да? 1500. Агараны по 1000 рублей. Сиреневые. Три пара. Три пара. Без поясов. 3000 за пару. Распродал уже. Урвался, блядь, один день, что там выходит. Добавляю новый. Это голуби, которые себя зарекомендовали. С положительной стороны. Здесь представлены желтоголовые. Немножко красноголовых тоже имеется. Все любой по 300 рублей. Николаевская птица.
от 500 рублей. На выбор любой по 300 рублей. Летают, естественно, с боем, покрываются. Здесь тоже никого нет, хозяина. Как правильно называются они? Сизые. Ну, ташкены они или они. Узбеки, какие они? Серокавказские, малоносые. Какая цена, сказали вы? Два. По 2000. Черношейки по 500 рублей. Носочубы белые, благодарненские, 3000 за пару. От 500 рублей. Двухчубы, да? Ну, голову поднял. О, красавец. Какая цена? Полторы. Да, еще. Молодой, да? Да. Полиняет, будет белоголовый. Да он еще. А не порованы? Нет, это сейчас кинешь, они спорвут. Ну, смотри, в экран смотри, я. Здорово. Так вот. А этот сколько стоит? Рубль. 1000 рублей. Здесь все понемногу. Благодарницкие, агаран, тикамуры. Желтый, чубатый. Голубка, да? Какая цена? Да, это 800. 800 рублей. 600-800. Такой сколько стоит? 700. А косма у него большая, покажите? Косма нет. Мелкая. Сапожка, да? Да, сапожка. Так что... А вы откуда сами? Ипатово. Телефон желаете оставить? Да. Продиктуете? Да. 8903. 8903. 415. 415. 99-53. 99-53. 53. Да. Ну, вот как вас звать? Виктор. Виктор. Город Ипатово. Да. Такая голубка желтая. Носочубы. В первом году полгода прослужил. За 1500. Ростовчане чуть-чуть. Это самое. Их свинари меня. Я... Узбекская птица. По 2000. Павлины. Желтобокие. Чернохвостые. Хозяин отсутствует, нету. Также рядом клетка с красными, желтыми, северокавказскими. Извиняюсь, друзья, это головоногие.
Не знаю, что за порода. Белые двухчубые благодарненские. Какую цену? Я привез, показал. Отборные, да? Ну да. Для выставки. Вот это, да. Ты группу выкидывал, да? Да, да. Леушковские по 300 рублей. Такие вот леушковские. Вы телефон не желаете оставить? 968-273-04-38. Желтохвостые северокавказские. Ваши, да? Не-не-не, не мои, я просто вижу. А какая цена, не знаете? А? Какую цену, не знаете? Ну, я думаю, не менее тысячи. Это мое мнение. Не менее тысячи. Не хозяина нету, ушел. Потому что подковки нету, у них снизу нету нигде ничего. Красиво. Твои, да? Очень много представлено на рынке в Светлограде. Благодарненская птица. В особенности белые, желтые, красные. Так что, друзья, кто хочет приобретать благодарненских голубей, однозначно рекомендую. Город Светлоград. Ярмарка работает каждое второе воскресенье.